Для того, чтобы очистить гарь сварочной панели, лучше всего пользоваться неабразивными средствами на основе кислоты и щелочи. Вот. Они в совокупности очистят все типы загрязнений. Но если все-таки что-то осталось, то, конечно, лучше ножичком все это оттереть. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность варочной панели. Сейчас покажу вам под другим ракурсом. Видите, становится как новенькая. В общем, принцип вы поняли. Спасибо за внимание.